Директор и учителя лицея имени Николая Лобачевского Казанского университета поделились своим опытом с делегацией Ненецкого автономного округа. Встреча состоялась в рамках ознакомительного визита. В составе делегации приехали советник губернатора, а также директора различных школ Ненецкого автономного округа. Впечатление вообще грандиозное от того, что мы видим. Конечно, разительное такое отличие от того, что мы имеем. У нас в основном здесь в составе делегации директора сельских школ. Настолько вдохновились, настолько мы вот зарядились вот этой энергией от директора. Хотелось бы уже что-то прямо у себя сделать, уже прямо приехать и начать применять. Гости познакомились с системой работы лицея имени Лобачевского. В продолжении визита также прошла ознакомительная экскурсия с историческим наследием лицея. В планах у гостей также посещение IT-лицея КФУ. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз.